Голубое топливо в дома жителей 5-го микрорайона Ишеевки начнет поступать осенью следующего года. 66 земельных участков стали частью рабочего поселка чуть больше 3 лет назад. Сейчас на территории идут строительно-монтажные работы внутрипоселковых газовых сетей. Прокладка газопровода стоимостью почти 12 миллионов рублей готова на 40%. Общая протяженность газопроводов – это почти 6 километров, это 5 километров 750 метров. Проложено на сегодня 3,3 километра общих протяженностей, то есть имеется в виду и высокий газопровод, и низкого давления. Вот, значит, договоренность с подрядчиком достигнута та, что в этом году будут выполнены полностью строительно-монтажные работы, и объект будет подготовлен к пусконаладочным работам. На момент, когда в микрорайон Ишеевка приехала наша съемочная группа, специалисты готовили площадку для установки газорегуляторного пункта. Сейчас мы зачистили трубу, вот, забили сюда муфту. Сейчас мы ее отрегулируем, чтобы она у нас отцентровалась. После того, как отцентровалась, мы затянули болтами, вот этими саморезами, чтобы он как бы крепче схватился. Сейчас сюда подложим что-нибудь и поставим фитинги и начнем варить. Мама троих детей Аниса Халикова вместе с семьей переехали в микрорайон одними из первых. Получить участок удалось бесплатно благодаря программе по поддержке многодетных семей. За 3 года успели обустроить дом, наладить хозяйство. Как признается женщина, для полного счастья не хватает только газа. Готовить еду и отапливать дом пока приходится с помощью электрокотла. Ну, во-первых, это будет экономия в бюджете, потому что у нас все-таки сейчас электроотопление и дороговато выходит оплата. Сколько коммунальных? Ну, 6-7 тысяч зимой мы платим. А газ это все-таки будет дешевле и готовить на газу быстрее. Хотела бы я выразить благодарность администрации нашего района и, конечно же, губернатору Ленинской области Сергею Ивановичу Морозу за то, что у нас в регионе есть такие программы. Осуществляется поддержка многодетных семей. Деньги на внутрипоселковый газопровод в Ишеевке выделили по поручению Сергея Морозова в рамках дополнительного финансирования программы газификации в июле этого года. Напомним, сумма на газификацию населенных пунктов общей сложностью увеличилась почти на 26 миллионов рублей. На эти деньги газопровод построят не только в Ишеевке Ульяновского района, но и разработают проект для села Тиньковка Корсунского района, села Екатериновка, Спешневка, Стоговка и поселка Первомайский Кузоватовского района. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ из Ульяновского района.